Друзья, всем привет! Сегодня мы испытываем новое, ну для меня, по крайней мере, средство передвижения Segway, который маленький, вот этот недо Segway, не помню, как он называется, его скутер называется Segway. В общем, давайте испытывать вместе. Я на нем немножко уже покаталась, первый раз было сложно, сейчас уже полегче, но посмотрите сами. Вот так вот он выглядит. На самом деле здесь в самом начале главное не упасть, потому что тут малейшее вот чуть-чуть назад, чуть-чуть вперед ногой и все, и он тебя сразу катится. Поэтому оп, и поехали. Вперед наклоняешься, он едет. Какой ногой поворачиваешь, вот на правую давишь, он налево поворачивает. И на левую дальше на правую. Ну, в общем-то, достаточно легко и просто, но такие вот у нас виды. Покажу немножко Нью-Йорка. Мы сейчас находимся в моем самом любимом районе Вильямсбург. Еще одна такая штука. Ну что? Поехали. Ну, главное на нем не переклоняться так сильно. Вперед, я не знаю, не пробовала еще падать. Но я когда торможу, пытаюсь на него, с него соскочить как бы вперед. Это очень плохая идея, потому что он догоняет. Особенно если ты одну ногу оставляешь, у меня уже так по второй ноге проехалось. Я его оставила, он начал кружиться и проехал у меня по ноге. Очень веселая штука. И снимать, кстати, удобно. Ой, только мне, если я немножко отвлекаюсь, я начинаю